Дедуш, я не побожу на живот, когда курю пулю от героя. Вот этим супер. Смотрим, куда делают сейчас танкеров сам суп. По-моему, нам на ту дорогу. А когда едет так, куда же кажется? Это супер. Сейчас снег есть в горах, вот верхушки там заснежены. На полях снег тоже видно, заснежен. Красиво. Этот снег, он всю зиму не было. Где-то, может быть, недели 2-3 назад вот так вот выпал в начале февраля. Вот он держится. Не было у нас в этом году снега. Бахор Черепанасы. Вот как красота какая. Хочу показать. Ой, лёг каре сам собой. Вот, снег в горах. Шашлик бы понравился. Мне топчали бы не надо. Нормальное место было бы топчали, топчали. Сейчас пойдем. Фу, как здесь хорошо, красиво. Там маленько в снег поиграем тоже. А? Сейчас, если удастся, тандыри покажу, как самсу готовят. Наверное, в этой столовой в тандыри не готовят. Тут виноградники. Это парковка. Это парковочка, да. Ну, туда пойдем, туда. Посмотрим, как там. Ну, давайте. Здесь шашлык готовят. Вот такие вот лепешки большие готовят. Тандыри тоже. Вот такие вот лепешки. Вот виноград местный, паркенский. Он очень вкусный. Да, конечно, вот самса. Наверное, пока что разжигает тандыр. Алиенду тандырлан йок васлар асылар? Ана йокки, йоктан. А уже йок, йокки да. Сомса йок булды да мне? Йок, а кечка сен сомса. А, яхшы. Кечка сен сомса. Ага, булды булмасам. Курамыса. Вот видите, он разжигает здесь у них. Только... 4 тандыра есть. Разжигает тандыр. Медь, кет. Ну, будем ждать. Смотреть, что дальше. Близко уже горы здесь. На крыше Кудина снег тает. Водичка течет. Вот это горный аул. Кишлак горный. Водичка везде в рыках течет. Дети идут со школы. Посмотрите, какая красота. А вот так цветет миндаль. Это горный миндаль. Вот так вот он цветет. Одним из первых. Вот пчелки здесь полетели уже. В общем, красота. Красный, да.
келдик. Неч күн болду яп келгенге? Кечерас сөйүп камбыз. Кечер якшанбада хамма шаханда. Энди башланды шекилде. Мен энди вот только сезон начался. Да, вот сейчас тандыр нагреет хорошенько и потом. Они сейчас будут печь? Да, сейчас. Сейчас... Нет, готовое не нужно было, готовое тоже. Сейчас будет свеженькое. А ну, брымать кигем, за мной еще рыб берешь уду. Шунаха сырали. Шунаха берет? А, шунаха зоры, еще рыб. Шунаха с негем кем. Борада, куда колеса. Вот так вот люди сидят. Самсу едят здесь. На природе. Вчера начался только сезон, воскресенье. Первая самса, это вторая самса. Второй день самсы. Да, вот так вот кладут шпинат сюда. Еще такая трава, мадор называется. Не знаю, как она называется, перевод ее. Смолок и мадор. Так вот делают самсу. Середку они все сгребли, и вот теперь прилепляют эту самсу тонкую. Самса уже готова. Этот тандыр пока свободен, потому что сегодня понедельник, а вот в воскресенье народу побольше. Ну вот только сегодня второй день, всего лишь. Скоро самовар поставит, чай будет. Пока-то никого нет. Буквально какие-то 10 минут, и самса начала уже краснеть. Быстро она готовится. Тонко. Да, вот самса готова. Так она выглядит. Сейчас на разломе покажем. Антикала. Вот такая она внутри. Это шпинат, да? Лук там, шпинат. В общем-то и все, и тонкое тесто. Садуба. Да, фруктовый. Вот здесь вот, говорю, он еще не начал цвести. Только вот в этих местах отдельно, где есть миндаль, где они начали. Вот шурпа кипит здесь. Это уже другая столовая. Мы пришли. А? Халим, да, хорошо. Все, что есть, все снимем для блога. Вот так вот готовят халим. Халим — это пшеница с мясом, долго-долго готовится. Вот посмотрите, мешается. Сутки почти готовятся. Да, здесь вот у нас шашлыки готовят. Вернее. Вот тоже кук-самса уже готова здесь. Мы кушали, была чуть-чуть поменьше, у них покрупнее. Вот так вот готовится халим. Вот она какая внутри, это самса. Со шпинатом. Со шпинатом. Хорошо, можно обувь снять, побегать и сесть на камень, потом надеть обувь.
Ну тогда снимай. Снимай обувь и побегай. Are you okay? Речушка горная. Там вода грязная. Кумышкан называется эта река. Содержит серебро. Кумыш это серебро же? Да ладно? Да. Здесь во всех фруктах, овощах серебро содержится. Это серебряные места такие. Вот там горы. О, баран. Цити. Там Дубай, смотри, Дубай. Дубай, пойдемте в Дубай. Вот так. Дубай, построили. Что там построили? Это большой камень. Вот я большой.